Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная Атака 2. Так, где мы с тобой остановились? Ага, на 16-й миссии. Ну что же, я, наверное, возьму нашего Джо и поехали. Попробуем здесь разобраться. Так, вперед, вперед, вперед. Окей. И ни шагу назад, да? Так, идут черепахи, крокодилы. Это не есть гуд. Ёлки-палки, еще и белки, и еще и мухи. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, пора их угощать. Нормуль. Пока нормуль. Так, белку эту нужно подбить. Все. Так, с аркебузами. Крысы. Ну давай ты, господи, крокодилы. Так, нам нужно с тобой... Блин, раскладку поменять, чтобы переключаться между гранатометом и этим. Куда ты ползешь? Вот куда ты ползешь, а? Тортила несчастная. Окей. Блин, нам еще с тобой выживать и выживать. На-ка, выкуси. Чего, не понравилось, да? Ой, как не понравилось тебе. Сидит там, галюнит. Три выстрела нужно сделать. Куда ты побежала, а? Плешивая ты, черепаха. Никаких побегов. Так, последняя волна. Так, пора их, наверное, вот так вот. Опа. Хе-хе-хе. Ну, перезарядка, господи. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вмазываем. Так, пора перезаряжаться. Ой, переключаться. Так, а я белку не подбил еще, что ли? Так, что с ХП? С ХП все норм. Минус крыса. Минус вторая. Не добежишь. Так, и еще две черепахи. Мы можем вот так вот разобраться с ними. Бух. На. Выкуси. Фу, друзья мои. Ну что, бонус за здоровье 1200. Давай ко мне фулочку. Нормуль. Так, копилка полная. Да, фиг ты ее сломаешь. Бонус за серию побед 40%. Плюс 20 монет. Сварщик. Вэй. И 3 алмазика. Так, слушай, а мне хватит денег для того, чтобы я прокачал 59 монет, да? Сейчас, секундочку. Вэй, сколько тебе? Блин, 100. Не хватит. Ну, на пейпер, соответственно, тем более, да? Тут 150 монет нужно. Хорошо, будем стремиться. Кстати, у нас где-то здесь, вот, ребята, на 26-й миссии стоит домик. Точнее, сундук какой-то черепашечий. Так я его назову. Ну что, давай приступим, наверное, к 17-й миссии. И для этого я возьму... Может, взять Вилли нам, а? Капкан. Блин, уровень бы ему, конечно, прокачать бы еще один. Нет, пока не будем брать. Будем... Кстати, Вэй, ты как, не хочешь немножко побуянить, а? Пошалить, так сказать. Я думаю, что он хочет. Поэтому и мы... Оу. Так, комарьё. Пошло прочь. Смотри. Так, ладно, займемся вот этими шитиками. Как же ты долго перезаряжаешься, Вэй. Бобры, бобры. Смотри, прет, 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 ага. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, я не пойму, кузен, ты будешь мне помогать или нет? Давай-давай-давай-давай, отлично. Так, у нас с тобой, ой, а как ты сюда попал-то? Блин, ваза нифига не делает, кроме того, как поджигает их и все. Давай тогда забрасывать. Отлично. Нормуль. Так, я понял, ребята, откуда вышел бобер. И меня сейчас бомбанут. Ведь бомбанут же? Точно. Ух, ну давай за рекламку. Ну, здоровье восстановили. Это уже хорошо. Давай, Вэй. Так, сколько тут осталось их? Блин, да еще дофига, если честно. Еще дофигище. Минус. Минус. Так, давай быстрее бросаем. Перезарядка. Понятно. Не успеваю, короче. Сейчас мы их тут пощелкаем всех. Бросаем сюда и еще сюда же. Две вазы, это замечательно. Ну все, это последнее, по ходу дела, ребята. И мы с вами проходим. Так, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Какой сундук? Вот меня интересует, какой мне дадут сундук. Блин, плохой сундук. Так, 22 монеты, сварщик. Вот на сварщика больше всего выпадает у нас с тобой карточек. Больше всего. Он, по-моему, у нас даже круче всех раскачан, если я не ошибаюсь. Ну что, 18-я миссия. Вэй, мы же можем? Блин, нет, не хватает еще. До сих пор не хватает. Трындец.
Ладно, давай возьмем с тобой нашего старого Джо. А, кстати, Джо вместе со сварщиком одинакового уровня. Чётенько. Ладно, давай поехали. 18 уровень у нас с тобой. Ни конца, ни края. Ох, это что такое? Обезьяна, новый монстр. И что же ты делаешь, обезьяна? Так, идет. Надеюсь, ты ничего там не бросаешь? Мне кажется, она будет чем-то кидаться в меня. Но это не точно. Ну-ка, на тебе. На, выкуси. Будем их всех оглушать вначале, а потом вот так вот добивать. Опа, козявка в меня стреляет, ты представляешь? Эта обезьяна в меня бросает свои вшивые козявки. Не, я такого не могу позволить, ребят. Что это за дела? Что это за унижение такое, а? В моего Джо бросают козявки. Какие-то обезьяны. Ну, я им сейчас устрою. Нати-ка вам всем. Что, съели? Блин, обезьяны, они еще жирные, понимаешь? Их просто так не пробить. Есть контакт. Ну что ты, куда ты, куда ты прешь? Куда ты прешь, я тебя спрашиваю. Так, мы пока с тобой перезаряжаемся. Я гранатами их тут замомблю всех. Я тебе сейчас дам. Уже, видишь, начинает бомбить. Так. Слушай, ну шикарно. Так, переключаемся с тобой на дробаш. Есть контакт. И тут добиваем. Фух, справились. Справились мы с тобой. Да, обезьяны немножко напрягают. Тут не поспоришь. Так, дайте мне сундук. Чтобы в этом сундуке было много денег. Пожалуйста. 24 монеты. Ага, Фрости и Вэй. Хм. А мы, по-моему, с тобой можем даже Фрости прокачать. Но опять же. Опять же, нет, не можем. Опять же, не хватает у нас денег. Хотя, подожди, нам нужна была соточка, да? Для Вэя. Он заслужил, давай открывать. Шестой уровень, что ему дается на шестом уровне? Покажите мне. Ух ты, поздравляем. Теперь у тебя есть китайская ракетница Дракон. А что же она делает? Всем нравятся фейерверки, особенно когда они поджаривают монстров. Слушай, может быть, протестим? Дядюшку Вэя по полной программе. Давай-ка сделаем это. Так, это я могу сломать? Не могу, понятно. Так, дайте мне проверить. Ух ты! Ничего себе, я тебе скажу. Вот это... Вот это ты, дедушка, наяриваешь. Очень шикарно. Ты посмотри. Мне нравится. Так, давай, Рой, подбивай эту муху. Она надоела мне тут, если честно. Так, обезьяна, вали. Ты посмотри, что у нее там висит. Ё-моё, ребята, обалдеть. Отрастила себе красную задницу. Так, тихо. Это у нас кто, хамелеон, по-моему, да? Слушай, мне нравится, мне нравится. Ой. Ой. А я не знал, что... Что это все дело, ребята, заканчивается. У меня закончились припасы, прикинь. Так, давай смотреть, наверное. Так, восстановили мне, да? Восстановили, отлично. У меня очень много кувшинов, поэтому я буду забрасывать сейчас ими. Ага. Ну, в принципе, и уровень... Тихо-тихо-тихо-тихо. Уровень должен быть у нас с тобой пройден. Чисто кувшинами запинали. Фух, но все равно урон мы с тобой получили. Поэтому бонус у нас с тобой не полный. Главное, чтобы сундук был хороший. Ну-ка, да хорош мне эту копилку. Я все прекрасно понимаю. Нет, что-то нам не дают с тобой нормальных сундуков. Так, Джо, кстати, скоро еще получит уровень. Все, пока. Ну что же, давай уже переходим на 20 уровень с тобой, да? А на 26 будет вот у нас супер сундук. Когда он там исчезнет? Через успеем. Я думаю, мы с тобой успеем до него добраться. Ну что, Вэй, старая крыса с пистолетом. Да? Тихо-тихо-тихо, не буянь. Комар, лети сюда поближе, что ты там издалека-то, а? Боишься, да? Поближе-то подлететь. Понятное дело, боишься. Так, давай-ка вот так сделаем. Вазу, вазу, вазу. Блин, тут еще и скунс идет. Так, скунс, крокодил. Так, поехали. Блин, надо вот так вот сделать, ребят. Твою ж налево, что-то я тут немножко фейлюсь.
Даже не то, что немножко, а очень хорошо фейлюсь. Поехали. Надеюсь, мне это хоть как-то поможет. Помогает. Кувшин мне помогает. Так, они сгорают. Минус крыса, минус крокодил. Так, скунс и крокодильчик, да, тут идет. Нате вам кувшин, и там тоже получить кувшинчиком. Замечательно. Так, пол волны прошло, но у нас еще, ё-моё, у нас с тобой еще тут дофига, кого надо бомбить. Так, минус крокодил, давай скунса вольнем. Огромная просто, ребят, проблема в перезарядке. Очень долго перезаряжается. Очень долго, поэтому вот из-за этого только можно и фейлиться. Стреляет быстро, а перезарядка медленная. Раздражает, но ничего поделать, я с этим не могу. Так, сундук, отлично. Давайте мне. Блин, вот они просто меня, ребята, так и... как тебе, подбивают, чтобы я открыл эту копилку. Так, 24 монеты, вэй. И сварщик, 4 карточки. Угу. Мы переходим с тобой на 21-ю миссию. И это у нас продержаться 60 секунд. Так, где у меня Джо? Я думаю, что это Джо будет по плечу. Кстати, у нас что-то с собой в магазине там. Надо будет глянуть, посмотреть потом. Продержитесь 60 секунд. Выживут сильнейшие, ты понял? Ой, а что это вы так прям рядышком со мной появились? Давай, 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 эту крысу прижучиваем. Валим. Каждому по выстрелу. Так, динамит. Лети. Оглушили. Так, добивка, 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 отлично. Посмотри, они прямо из-под ног у меня вылазят, а? Все, жалко, здесь нельзя перезарядку сделать. Понимаешь? Тут надо кликать. Так, тихо, 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 крыса там. Блин, я не вижу вот из-за этого всего хлама, который тут стоит, вот эта древесина. Я не вижу, что там происходит. Я вижу, что их дофигища просто тут. Крыса, вали отсюда, а? Так, давай динамит. Еще динамит, и еще динамит. Пускай они там пока оглушены будут, а мы с тобой займемся крокодилами вот этими вот. Оу, ес. Ну что, друзья мои, я выжил. Выжил 60 секунд. И награда у меня фуловая. Так, ну что, надеюсь... Блин, да что ж ты будешь делать-то? Сундук дают отвратительный, просто. Сварщик, так. Фрости тоже может прапаться. Но я Фрости, если честно, не особо жалую. Ты прекрасно понимаешь, почему. Какой-то он, ну, недалекий, мне кажется. Так, чтобы... Ух ты, 250 монет. Ребят, но это будет... Это будет последнее улучшение. Восьмое. Блин. С удовольствием нужно накопить. Так, бесплатно, опа. Скоро мы с тобой спрапаем Фрости. Так, здесь 10 монет требует, здесь 50. А здесь за гемы. Хм. Если, да, в принципе, у меня сварщик и так готов прокачаться, поэтому, ребят, не будем ничего здесь мудрить. Я думаю, да? Пойдем с тобой сразу на карту. Так, 22-я миссия. Осталось совсем чуть-чуть. Так, я взял сварщика, да? Я, друзья мои, взял сварщика. Ладно, фиг с ним. Можно же ломать, да? Блин, ведь можно же это ломать. Тихо, 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 тихо. А что это он там шуркается, это я не могу понять. Так, бобры, бобры крепкие. Так, отлично. Давай поджигать. Кто там стучит, я не могу понять. Макака ходит, своими козявками там разбрасывается, а? Мне бы, конечно, бы с ней надо справиться для начала, но... Эй-эй-эй-эй-эй-эй, два бобра. Начинают, начинают бомбить мой плод, ты понимаешь? А что они такие крепкие-то? С каких пор они стали такими сильными? А ну-ка. Нате, выкусите, засранцы. Ой, сейчас домик мне... Плод, точнее, уничтожит. Так. Так. Нате вам. Фиговые макаки. Давай, 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 есть, контактиш. Я тебя сейчас постреляю козявками, я тебя сейчас так постреляю. Ага, не нравится. Блин, выжить бы, друзья мои, выжить бы. Нападает. Где наш дедушка Уэй? Это по его части. Вьетнамцы лезут. Ну что, бонус за здоровье, слава богу, мы с тобой здесь выжили.
Сварщик провел себя великолепно. Вот, вот это уже другой разговор. Сундук хорошенький. Ну вот, 88. Опачки. Сони, новый персонаж. Обязательно посмотрим, что это за чувачок. Так, и с тобой получаем еще энергию. Интересно посмотреть, кто это такой. Наверное, друг Вэя. Похоже, да? Так, где же ты находишься? Вот он. Так, смотрим, друзья мои. Сони. Так, у него винтовка. Используется для непрерывного и меткого огня. Наносит высокий урон. Не подходит для противостояния большим группам монстров. Вот оно что. Мини-холодильник, набитый взрывчаткой. Попадание замораживает монстров и наносит им урон. Вот это хорошо. Сын. Год, проведенный в старшей школе, здорово потрепал Сони. Это сын? Вы что, издеваетесь, что ли? Это какой-то дед. Но никак не сын. Стоп, 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 стоп. Я не то делаю, я не то делаю. Я понимаю, что я могу улучшить еще Сони. Но мне нужно с тобой улучшить. Так, секунду. Не Фрости. Так, по-моему, Пейпер. Да, Пейпер я лучше улучшу. Вот так вот, седьмой уровень она получает. И остается нам с тобой проапать это сварщика. Ну, сварщика, да, 250 монет. Так, а сколько нужно? 50, да, чтобы вили. Ну что, я думаю, мы накопим с тобой. Так что у нас 23-я миссия. Я выберу, пожалуй. Давай протестим этого Сони. Насколько он хорош. Насколько он хорош, хотя бы приблизительно знать, что он может делать. Угадай, кто здесь. Слушай, ну урон, да, наносит неплохой. Но правильно сказали, что не предназначен, да, для кучи вот этих вот. Так, 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 Фрусти, а у тебя что, у тебя заморозка, да? Давай протестим. Окей, слушай, ну замораживает. Так, давай посмотрим. Вот враги идут. Это не те враги. Точно замораживает. Ну, быстро очень отходит. Очень быстро, ребята, отходит. Так, давай вот этого вот с собой вольнем. Крокодила. Слушай, ну в принципе, сынок, так его можно тебя назвать, очень даже годный. Очень даже годный. Перезаряжается он быстрее, чем Вэй. Вот что я тебе могу сказать. Но очень быстро заканчиваются у него патроны. Да, быстрее. Но он живучий. Смотри, мы с тобой прошли этот уровень довольно неплохо. Как по мне, плюс еще гранаты. Пускай ненадолго, но все-таки замораживает и наносит урон. Так что, как бы, наверное, будем с тобой прокачивать его. Да, Сони? Так, вот нам с тобой ящик опять плохой достался. Так, что-то нам дают в последнее время на Фрости карточки. Фрости я не буду брать. Мне он как-то изначально не зашел. Потом я пробовал его реабилитировать. И, как ты понял, у меня ничего не получилось. Так, а вот это вот, да. Вот это мы с тобой улучшим. У него первое улучшение с какого? С пятого уровня дойдет? Точно. Смотри, он на третьем уровне имеет вот столько защиты. Так, подожди-ка, а если мы, например, сравним Вэя. Ну, понятное дело, у него какой там уровень-то? Шестой. Так, ну что, ребята, нам нужно будет сейчас спасать куриц. И для этого дела, я думаю, нам пригодится волосач. Да, я думаю, волосач здесь зайдет как никогда. Поехали. Остается совсем чуть-чуть нам с тобой. Так, защити куриц. Куриц будем защищать. Поехали. А, где там? Цыплят по осени считают, это точно. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, не годится. Не годится. Ой, что я делаю-то? Что я делаю, вот скажи мне. Ерундой занимаюсь. Нет, 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 нет. Что-то волосач тут, ну, совсем не катит, ребят. Нет, не пойдет. Или пойдет? Нет, не пойдет, наверное. Хотя посмотрим. Бедные курицы мои, а. Всех их там бомбят, а. Все, кому не лень. Полетела граната.
Окей. Вот, вот я енотов не успеваю, ребята, завалить. Слишком уж они как-то быстро двигаются. Так. Перезаряжай, перезаряжай, успеваешь? Успевает. И тут же крокодильчики. Так, блин, не то. Это мухи. Ну! Господи. Ну ты посмотри, что творится, а. Так, одну курицу все-таки завалили мне. Но я так понимаю, это ничего страшного, да? Я раньше думал, что если курицу любую завалят, то нам крышка. Нет. Две все-таки осталось. Значит, мы должны пройти, по идее. Уровень, наверное... Ага, чуть-чуть бы. И не получилось бы у меня идеальное прохождение. Так, все, окей. И опять этот вшивый чемодан, а? Так, сварщик. И опять Фрости. Блин. Сварщик-то ладно, но Фрости. Ну что, ребята, еще пару уровней, и все, и мы с тобой получим супер бонус. Угадай, кто? Я уже знаю, кто. Крокодилы. Че такое-то, не понял? Эй, подожди, 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 подожди. Подожди, родные мои. Ну давай ты, господи. Че ты, волосач, у нас тут сдает позиции? Ну ты посмотри. Че-то мы не можем с тобой их пробить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, если я возьму пушку, я уже забыл, что это за пушка. А-а-а, у нас же винтовка. Я же совсем про нее забыл. Снайперская штука классная. Точно, я же ей хорошо выносить буду их. Перезарядка долгая, конечно, не спорю. Но зато один выстрел, один труп. Так. На тебе. На. Изи. Точно. Вот со снайперкой, да, мы можем с тобой тут разруливать ситуацию. А с дробовичкой... Опа! Хм, интересно, а почему? Почему у нас не получилось отлично сделать? Не знаю, друзья мои. Ну что, пеппер, сварщик. Так, двигаемся с тобой на 26-ю миссию. Я возьму, наверное, все-таки... Джо. И этот уровень мы с тобой должны подбить. И получим, конечно же, награду. Опасные деньки. Но если тут белки, конечно, будут прыгать, это действительно опасные деньги. Плюс еще, блин, макаки с красной какой. И еще и две мухи. Молодцы. Блин, ты посмотри, что происходит. Эй. Хамелеоны эти, блин, жирные. Давай. Есть. Так, сейчас я эту гориллу накажу. Мухи, вы достали. Я даже не могу, ребята, кинуть гранату. Вот сейчас могу. Могу и буду. Ну, поехали. Так, белки успокоились. Отлично. Ах ты, гадюка, а, мелкая. Ты посмотри, что она делает. Ну, подбили. Так, поехали еще гранаты. Точнее, это у нас не гранаты, это динамит. И это было хорошо, пока они там ловили галлюцинации, мы их с тобой очень даже неплохо побомбили. Ну-ка. Горилла, тихо, брысь. Крокодила, отлично. Переключаемся. На, выкуси. Ну что, нравится вам, а? Засрульки. Вот так-то, будете знать, как на Джона подать. Фух, найс. Здоровья, конечно, не очень много осталось, но зато мы с тобой уровень прошли, и я надеюсь, идеально. Да. Сундук, дайте мне сундук хороший, а? Да нет, дают какой-то обычный пляжный сундучок. Так, 28 монет, Вэй и Пейпер. Так, у нас с тобой сколько денег накопилось? Давай-ка посмотрим. А, секунду. 53 монетки в плюс. Так, сосед Вилли. Вэй. Джо Тормоз. И гемы. 5 штук. Слушай, а ведь получается, что мы с тобой Джо можем прапать. А сколько он стоит? 250. У нас с тобой 157. Слушай, а почему-то вот в этом уровне, да, всего лишь 40 этапов. Тут какой-то дракон. 40 этапов. Потом пойдет зима у нас с тобой. И зима это будет последняя. Что у нас будет? Всего лишь 3 эпизода получается здесь, да? Блин, что-то как-то грустно. 3 эпизода. Ну что,
Давай, наверное, с тобой до 30 уровня дойдем. И будем, наверное, на этом закругляться. Поехали. Так, тихо. Твою ж налево. А если с гранатомета по... Во. Вот так вот будет получше. Поэффективней. Ну. Есть. Отлично. Шикарно. Козырно. Так, хорош перезаряжаться. Давай так вот добьем уже их. Ну, гориллу за эту. Все. Так, хорош там в меня газы свои выпускать. Отвратные. Успел. Так, сейчас я завалю этого хлопца. Что там с тобой долго перезаряжаемся? Ну, есть. Так. Окей, добивочный. Так, тихо, родные мои. Куда вы поплыли-то? На своем динамите. Вот скажи-ка мне на милость. Давай, отглючивайся. Нормуль. Так. И вот этого. Все, шикарно. Так, этого мы с собой вот так вот расстреляем. Есть контакт. Ну что, последняя волна у нас, да, я так понимаю. Сейчас я их тут вот таким вот образом поглушаем всех. Да ладно, ты не подплывешь, гаденыш. И ты тоже, кстати, перезарядка подвела. Хотя не успел он, по-моему. Так, тихо. Есть контакт, а вот этот успеет взорвать. Эх, гаденыш. Так, ладно, у меня три динамита есть. Раз, два и три. Все. Фух, этот уровень мы с собой прошли. Бонус за здоровье всего 500 очков. Но меня больше интересует, когда, ребята, мы с вами идеально проходим. Как бы, не знаю, что это мне дает, конечно, идеальное прохождение. Но я надеюсь на хорошую, солидную награду. Так, пейпер, волосач и, опять же, билеты. 27 уровень пройден. Переходим с тобой на 28. 28, так что, не хватает ресурсов. Сердечки, я понял. Так, ну что, вьетнамец. Точнее, Сони. Давай-ка мы с тобой здесь немножко пошухерим. Очередной день на болоте. Очередной денек на болоте у нас, понимаешь? Так, так. В бобра, конечно же, ребята. Есть контакт. Нормуль. Давай-ка бобра надо нам валить. Так, этих мы с тобой вообще разбираем на изи. И вот бобрики идут, тихо. Минус. Да ё-моё, ну. Отлично. Так, тихо, давай. Отлично, пробили. А тут два бобра идут. Два плешивых бобра, а? Ты посмотри на них. Нате вам, улыбнитесь. Во всю рожу. Интересно, что у этого Сони будет за второе оружие, а? Как ты думаешь? Ну, наверное, какая-нибудь ерунда, потому что не может у Сони быть два имбовых оружия, да? Вот эта винтовка колоссальная, на самом деле. В своем роде. Ты сам видишь, наносит урон офигенный. Перезарядка, да, подводит, но урон... Урон мне нравится. Так, давай мы сейчас... Ну, эть, кончились. Ребята, у меня кончились. Есть. Боеприпасы. Вовремя. Но я потратил последнюю гранату. Ну, куда деваться? Так, понятно все это, свинка. Так, а здесь у нас какой-то прогнивший сундук выпал. Вот, отлично. Спасибо вам большое за Сони. И волосач тоже готов прокачаться. Но проблема у нас вся связана с деньгами. Кстати, мы с тобой скоро можем прокачать... А вот кого лучше, Джо прокачать или Вилли? Ой, не Вилли, а сварщика. Вот я что думаю. Джо или сварщика? Сварщик хорош. Прокачаем, наверное, вначале сварщика. А потом Джо. Я думаю, так будет. Ну что, друзья мои, 29-й этап. Где у нас тут? Слушай, может быть, этого прокачать, а? 25 монет. Четвертый уровень он получает. Отлично. Погнали. Мне нравится этот дедок, а на самом деле это сын. Сезон дождей, понимаешь ли, у нас тут. Ух ты, кошка, монстр новый.
Что за кошка? Что она делает? Что-то я не понял. Нет, 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 нет. Ну хватит. Что делают кошки? Объясни мне. Идут. Просто пока идут. И просто помирают. Горилл, вы достали, а? Так, тихо, тихо, тихо. Что делают кошки? Не могу понять. Воу, 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 воу. Тихо, 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 тихо. Фигана. Ты понял? Я теперь понял, что она делает. Мне совсем не понравилось, что она делает. Ребята, она бросает то ли ножи, то ли еще что-то такое, да? Неприятное по нам. Так, я жду. А, это последняя волна. Все, ребята. Слушай, ну мы быстро с тобой прошли. Я думал, будет сложнее. Так, ну и что? Как я обещал, 30-я миссия будет на сегодня у нас последней. Так, монетки. Джо. Слушай, а если мы с тобой прокачаем Джо до последнего уровня, мы дальше-то сможем их прокачивать или нет? Хм, интересно. Ладно, друзья мои, 30-я миссия у нас с тобой на время. Борьба за выживание. Как всегда, 60 секунд мы с тобой должны здесь выжить. Да я понял уже, продержаться. Так, давай. Норм. Нахлобучили. Так, иди отсюда, скунс. Сам, главное, нос себе прищепкой зажал, да? Чтобы не вонять, чтобы не нюхать, точнее, свою вонь. А в нас, видите ли, можно, значит, да? Так, тихо. Блин, очень быстро заканчивается. Вот он замораживает и сразу же практически отмораживает. Мог бы хоть, я не знаю, хотя бы секунды две подержать, да, эту заморозку. Так, вот она, кошара идет это. Вот она доходит до определенного места и начинает потом бомбить. Так, тут надо, наверное, вот так вот сделать. А что он там облизывается, этот хамелеон? Объясни-ка мне. Облизывается он. Так, ага. Ага. Минус. Давай, давай, давай. Есть! Слушай, а Сони, это у нас легендарный герой или нет? Я тут, кстати, не посмотрел. Фух, ну что, мы с тобой прошли. Давай посмотрим, какой нам сундук. Опять не очень хороший. Денег там 29 монет. Так, фростик, сварщик и один гем. Ну, как я и говорил, что сейчас мы с тобой будем прокачивать сварщика. Так, давай. Это на последний уровень, ребят, на 8. Что у него откроется? Давай-ка посмотрим. Поздравляем, теперь у тебя есть спутник. И спутник, который также является оружием, наносит урон, также вызывает головокружение и растерянность при попадании. Вот даже как. Обязательно, ребят, с вами потестим, но это будет уже в следующей серии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.